Диана, Гончар Александра, Янковой Александр, 10 класс. Ждем вас, ребята, эти аплодисменты вам. Этот год феноменальный. Никогда у нас не было столько отличников. Более 14 человек. 5 человек, спортсмены. Вам аплодисменты всей линейки. Пожалуйста, поаплодируйте. Спасибо, ребята. Спасибо большое. Все позади. Уроки. Не уходят без ваших аплодисментов. Под ваши аплодисменты мы гордимся вами, ребята. Все позади. Уроки, перемены, зачеты и ответы у доски. И занимают школьную арену другие. Вы теперь, ребята, выпускники. И сегодня с этим прекрасным майским праздником детства и юности вас поздравит Елена Николаевна. Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители, от всей души поздравляю вас. Дорогие мои ученики, коллеги, родители, уважаемая Елена Николаевна, я от души вас всех поздравляю с окончанием 2023-2024 учебного года. Год был замечательный, насыщенный, интересный. Мы все старались. Все ребята молодцы. И вы, малыши, умнички. Все старались. И не зря. Уроков было много. Открытых. Много внеклассных мероприятий. Много конкурсов, соревнований, где вы участвовали от мала до велика. Все старались. Учителя, воспитатели, все сотрудники старались сделать каждый день более радостным, подарить вам больше добра, улыбок, чтобы у вас всегда было хорошее настроение. И сегодня я говорю вам огромное спасибо за то, что вы все старались весь этот учебный год. Дорогие учителя, вам всем огромное спасибо, вам, воспитателям, всем работникам школы, за то, что создавали уют, за то, что делали жизнь каждый день каждого ребенка чудесным, прекрасным, теплым, насыщенным. Спасибо вам огромное. Вам, уважаемые родители, что я вам хочу пожелать? Вы сегодня, наверное, еще вчера вечером, наверное, ложась спать, думали: Господи, слава Богу, заканчивается учебный год. Особенно родители, малыши, которые приложили столько усилий, столько стараний, были помощниками учителей, воспитателей. И все это не зря. Ваши дети все переходят в следующий класс. И теперь я разрешаю вам расслабиться, отойти от учебных уроков, заданий, домашних заданий. Но мы читаем, мы говорили с вами и вчера на выпускных. И всегда говорим, летом мы читаем обязательно. Я желаю вам беззаботного, красивого летнего отдыха. И чтобы дети с новыми силами, отдохнувшими, окрепшими, вернулись в школу. Дорогие мои выпускники, мне так трудно с вами расставаться. Это мой класс, который я вела 7 лет. Вот было сказано, что кто-то здесь пробыл 10 лет. Нет, это единицы, кто пробыл 10 лет или 11. Ребята 11 класса 15 лет провели в этом здании нашей школы. Они пришли еще, когда им было 3 годика, в дошкольное отделение. Успешно его закончили, потом начальная школа. И сегодня это выпускники 2024 года. Ребята 9 классов 10 лет обучаются, а некоторые тоже прошли дошкольное отделение. Все было за эти годы доброго, приятного. Были какие-то у нас маленькие шалости, да? Все это было, но сегодня я вам все это прощаю. Я хочу, чтобы вы были смелыми, целеустремленными,
шли вперед, побеждали и шли к своей мечте обязательно. Слушайте свое сердце. Не нужно слушать. Вот там Петя сказал, туда не ходи, пошли туда. Не делайте этого. Это выбор вашего жизненного пути. Вы должны его выбрать. Сегодня для вас прозвенит по одному ребенку от класса, пожалуйста. Награждается первый Г-класс, учащийся Волкова, Цуркан, Добижа, Герасимов, Чумейко и Волкова Наталья Олегина, председатель родительского комитета. Вот ее дочка Жанна идет за наградами. Что говорим? Вот так. Римма Валентиновна, Отрубенко Александра Сергеевна, за активное участие в жизни класса и школы. Бугаевский Максим, 6 Г. Вот там все забрали в пакете, да, спасибо большое. Награждается Кущевая Елена Вячеславовна, председатель родительского комитета 6 Б-класса. 7 А-класс, Киреев Артем, Новикова Анисия, Цинцарь Алина, Чайковская Даша. Алиночка, они все быстрее. 7 Б-класс, Исайченко Артем, Жеман Иван, Новикова Ангелина. И, конечно, председатель родительского комитета Абрамова Светлана Николаевна. Артем, маме передашь. Там все. 8 А-класс, Бойчева Даша, Ильина Элеонора. Еще мы хотим, ребята, чтобы ваши звезды не погасли. На память в школе всей о вас зажгутся звездочки сейчас. А на асфальте ваше имя. Спасибо, ребята. Занимайте, пожалуйста, свои места. Мы от души желаем вам сдать все экзамены. Успехов! Посвященную празднику последнего звонка в 2023-2024 учебном году объявляем закрытой. Счастливой! Наверное, знаете. Это Даша. Молодец, Даша.
Все. Я тебя люблю. И еще, Никита. Саша, молодец. Вы себе не представляете, какой он организованный. Звонок, он все. Его не интересует ничего. Вот с кем-то болтать или там что-то такое, доставать все. Он сел, все, он готов. Все, он готов. Отвечаешь, хочешь учиться, нравится учиться, все выполняешь, все. Красиво пишешь, это отлично. Значит, также, ребята, все эти ученики наши, все стараются и пишут очень аккуратно. Очень аккуратно. Очень. Вот. Очень аккуратно. Понятно? Вот. И еще у нас есть один, еще девочка, Камелия. Это вы представляете, за два месяца, как она быстро вот научилась писать по-русски. Сейчас она даже говорит со мной словами вот, по-русски. Так что ты молодец. Мама сказала ей дома, смотри, учись. Вот она пришла, запомнила ваши слова, и все она выполнила. Все, старается и красиво пишет. Все хорошо. Конечно, девочки, это не все хорошо. Ему трудно, мы все понимаем. Правильно? Все понимаем, что ему трудно. Но он хочет учиться. Вот это главное. Давайте попробуем. Так, мы думаем, что летом он дома будет учить слова. Он читает, буквы знает, писать буквы знает, переписывает из буквы, переписывает из печатных букв. Вот, все, все слова. То есть. Давай помогу. Нет. Спасибо. Ему дай работать, только не, не сидеть за партой. Да.